Всех приветствую. Продолжаем рассматривать картины. Франц фон Штук. Грех. 1893 год. Холст масла. 124 на 95,5. Достаточно большая картина. Представленное полотно — одно из самых известных произведений знаменитого немецкого художника-символиста Франца фон Штука. Его сюжет и символика одновременно просты и многозначны. Женщина со змеем, олицетворяющим грехи и человеческие пороки, написана в чрезвычайно темных тонах. Белым ярким пятном представлена ее нагота. Лицо героини неприятно серого цвета. В ней сразу ощущается что-то порочное. Взгляд одновременно спокоен, а из-за серого цвета настораживающий, зол и демоничен. Живописец обыгрывает и библейский образ Евы. Очень характерным для большей части искусства символизма служит тот факт, что узнаваемый, хорошо прочитываемый символ и ассоциации воздействуют на зрителя с помощью художественных средств, колорита, композиции и усиливают общее впечатление. Показательно, что автор сам изготовил оригинальную, кричащую своим богатством с декадентским акцентом раму. Зрителю становится понятно, что грех прячется под яркими, роскошными одеждами. Вот такое описание картины, которая называется «Грех» Франц фон Штука, я нашел в интернете. Пока-пока, до свидания. Я пользовался данными из интернета и издания «Великие музеи мира».